Приехал я почти в центр этого города, называется Бад-Вальдзе. Это город-курорт, куда люди приезжают лечиться, отдыхать, еще все такое вот. Заплатил 1,5 евро, почти 4 часа. Хорошо, сейчас здесь оставлю машину и буду на мотоцикле кататься, изучать город. Солнышко вышло, сейчас пригреет, нормально будет. Так выглядит музей. Я только заходил сюда. Вот здесь я был. Оказывается, вон музей еще огромный. Такой контейнер большой. Подъехал я к центру. Здесь, где парк находится. Парк возле озера такого. У них здесь получается озеро в центре. Солнце хорошо греет. Но еще не жарко. Так сказать, приятно. Вот здесь такой вот. Можно заниматься спортом, разогреться, говорится, если холодно. Я так немножко катался сейчас по городу, смотрел. Ездил на фабрику Хима, смотрел. У них там много корпусов всяких, много зданий. И везде стоят эти дома на колесах. Центр здесь. Старый центр. Но уже мало чего старого сохранилось. Тут находится у них замок. Зашел я в этот замок. Вокруг вода. Ну, как овраг с водой. По-немецки называли это также еще Wasserschloss. Это когда вокруг замка для обороны или для красоты, может быть, находится вода. Здесь мы видим вот старое здание большое, не знаю что. Большие деревья, бук находится. Здесь вот как сосна или что-то такое, неизвестно. Сейчас пройдемся вокруг этого старого замка. Но он используется, здесь всякие врачи и еще всякие такие вот. А поднимемся наверх, посмотрим, что за... Герба там. Непонятно. Один вот герб. Часы. Че, уже 3 часа, что ли? И крест в конце, прям как церковь. По левой стороне этого оврага, как я зашел. О, рыба стоит, я даже не заметил. Вот, по прямой. Смотрю, все мертвое. Как примерзло там. Хвостиком шевелит немножко. Я смотрю, смотрю, рыбы нету, думаю... Может, холодно уже, зарылась, стоит. О, молодая щука, нифига себе. Шугается.
Я смотрю, тут худая такая щука, молодая. Здесь такой вот балкончик большой у этого здания. Сбоку этот овраг с водой. И позади этого большого дома находится вот такой вот, как здесь мостик, переход такой вот, арка. И вроде видно, как задняя часть, может быть, как сарай для лошадей или еще что-то такое вот. Но видно, здесь ничего не тронуто. Старое-старое. В ихнем городе здесь вон символ это аисты. В разных городах разные предметы, разные животные. Мотоцикл сейчас поставил, иду в центр. Тут в центре вот такая церковь стоит. Не очень особенная. Фонтанчик, видать, здесь. Раз, два. 2 часа пробили. Или 3. Не знаю. Тут вот центр у нас. Старые реставрированные дома. Голуби сидят на окнах, мерзнут. Красивый центр. Трактора смотрятся прям идеально в таком центре стареньком. Старый домик. А это вообще старый, некрасивый. Рядом более-менее. Там тоже красивый. А тут стоит ратуша, я думаю. Это всегда большие красивые здания с маленькими окнами. Да. 2 часа пробивало. Вышел я к озеру. Здесь можно гулять вдоль озера по кругу на тропинке. Ну, как я центр прошелся, уже ничего особенного. Так, где я? Я где-то был. Утки веселятся. Хочу сделать съемки с дрона, но мне надо уехать примерно, чтобы сзади меня находилось, и там где-то поднять дрон надо будет. Чтобы не на солнце снимать, чтобы город сверху с птичьего полета заснять. Поднялся я в гору здесь, я думал заснять. Здесь гимназия вверху, здесь также какая-то башня стоит, но она закрытая, с рисунками. Дети балуются здесь, рисуют. Интересно. Отсюда, может быть, запустить? Здесь рискованно, вверху ветки. Если я приземляться буду, сядет не туда еще. Примерно 5 часов уже, прям накинулся туман здесь на этот городок. Я проехал по пару магазинов и пару дел своих сделал. Сейчас загружаюсь, прикушу немножко, потому что сейчас как раз начинается этот трафик рабочий. Движение это большое, поэтому я сейчас спокойно покушаю и потом где-то после 6, наверное, поеду. Кидаем, камера фиксировать не хочет. У них бензин стоит 1,28, а я думал заправлялся 1,16. Вот эта компания, к которой я приезжал,
И теперь прощайте, прощайте. Еду домой. Сейчас 6 часов, я думаю, уже трафик закончился. Опять я проезжаю этот город Ульм. Но его не видно, потому что я ночью. Так, надо скорость скинуть, а потом меня сфотографируют опять. Я как-то не обратил внимания, что ограничитель стоял 70 на 50. Я, наверное, 60 ехал. И меня щелкнуло. Ну, 2 ночи не был дома. Ну, почти 2 ночи. И уже скучаю по дому. Дома интернет. Дома интернет. У меня с собой его нет. Селюсь здесь, на дороге мы. Едем мы быстрее. Кто-то тут летит, не смотрит на всех. Спереди нас Штутгарт уже. Вот там огни. Автобан бело-красный. И я слушаю музыку Шварцвальд. Музыка из Черного леса. О, Шварцвальдтал, wie bist du schön? О, Шварцвальдтал, wie bist du schön? Приближаемся мы к аэропорту. Аэропорт от города Штутгарт. И вот мы теперь здесь сейчас будем. Но самолетов нет. Они все сидят на поле и ждут взлета, чтобы лететь в далекие и теплые края. Но только без меня. А я тут всегда проезжаю. Сразу грусть у меня, что я здесь. Там, а там стоят самолетики. Возьмите меня с собой, я улечу с вами вдаль. Возьмите меня с собой, я хочу поплавать на море. Почти приехали! Почти дома. Еще 20 километров, и все. А как красиво у нас. К Новому году уже готовится. Полбака обкатал уже. Осталось 370. Расход 8,5. Сколько я проехал? 447 километров я проехал. Ну, получается, бак примерно на 800 километров. Смея, как едешь и где едешь? Сегодня 17-го. Приехал я поздно уже домой. Сейчас распаковался кое-что. Привез закупки мои тоже. Я еще не распаковывал еще мои закупки, мои сумки. Будет отдельное видео. То, что я купил там, привез. Сейчас уже начал обрабатывать видео. Концовки не хватает. Концовка такая вот. Прошли 2 денька нормально. Устал немножко, может быть, не высыпался. Сегодня хорошо, долго спал. Спасибо всем за вашу помощь, за вашу поддержку. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписался, кто пришел новенький. И пишите в комментариях, мне это очень важно, хотя бы одно слово там написать, потому что только так продвигает YouTube, и только так у меня будет подниматься, мой канал развиваться. Спасибо всем за все. Лайк.